Объем продаж алкоголя с 3 по 6 января может сократиться на 30% из-за введенных в Башкортостане ограничений. Такие прогнозы дают ритейлеры, а эксперты рынка полагают, что это снижение может компенсировать фальсификат. В соответствии с региональным законодательством 3 января приобрести алкоголь на территории республики можно было лишь с 8 утра до 5 вечера. Следующие три дня с 4 января по 6 января с 10 до 17:00. В оставшиеся дни каникул продажа алкоголя разрешена с 8 часов утра до 11 вечера. Ограничения не касаются баров и ресторанов. Как полагают специалисты в сфере алкогольного рынка, эффект от запретов может быть обратный. Если бы наши законы, которые уже на сегодняшний день существуют, или индикаторы, неважно, требования, ограничения, если бы они действительно выполнялись бы на 100%, то проблема бы, понимаете, нелегальной торговли, содержащей продукции, проблема бы соблюдения временных, да, ограничений, касаемых алкогольной продукции, ее продажи, да, вообще этих всех проблем не существовало бы в Российской Федерации. Давайте повышать исполнительскую культуру выполнения этих законов, а не создавать какие-то дополнительные ограничения, эти индикаторы. Запрет на продажу алкогольной продукции в новогодние каникулы введен несколько лет назад. Позднее нормы вошли в региональное законодательство. Также покупать спиртное нельзя во время последнего звонка и выпускного, на Сабантуях в районах республики и в день проведения Дня молодежи.